Ну, еще кое-что хотела вам показать. Купила вот такую вот соль. Мне нужна была крупная соль. Вот такую астраханскую. Обычно я беру обычную, всеми проверенную. Ну и, пользуясь случаем, хотела рассказать вам про соль, которую я купила в Пятерочке. Написано, что она пищевая, но она просто ужасная. Сейчас расскажу, почему. То есть обычно я беру вот такую соль крупную, елецкую, либо каменную. Ну, то есть всем, наверное, известен вот этот производитель. Соль, высший сорт. Она белая. Здесь даже прозрачная упаковка. Вот, как видите, соль видно. Вот, что в этой соли, во-первых, у нее непрозрачная упаковка, она даже на вид не чисто белая, как вы видите. Тут, конечно, написано, что это первый сорт, а не высший, но при этом написано, что пищевая. Так вот, в пищу я вам скажу, что я ее точно использовать не буду и вам не рекомендую. Сейчас покажу. Я сейчас возьму ложку соли, большую такую, и растворю в горячей воде. И покажу, что будет. Горячая вода не обязательно. Это я просто, чтобы соль быстрее растворилась. Вот видите? Какой цвет. Даже вот сразу у воды получается вот такой грязный цвет. Сейчас, когда она полностью растворится, я вам покажу результат. Ну, в общем, прошло некоторое время, соль у меня полностью растворилась, и посмотрите вот на это. Я не знаю, надеюсь, на камере будет видно. Как лучше снять, чтобы было видно. В общем, вода приобрела вот такой вот странный оттенок. Если вы растворяете белую соль, то вода прозрачная, как была, так и остается. Здесь же она грязная. Внизу на камере, наверное, плохо видно. В общем, внизу вот, видите, мусор. То есть какие-то даже хлопья, какой-то как будто песок. Видно? Вот ложкой вожу, и потом хлопья начинают кружиться. И вот такую соль продают в Пятерочке. Причем написано, что пищевая. Я, например, такую добавлять в еду точно не буду. Вы смотрите сами. Вот что осталось на дне. Это кошмар. Просто грязь. Вон, видите, какая грязь. Блин. На фоне чего виднее-то будет, не знаю. Видите, это я слила воду, когда стала сливать, увидела вот это и решила, что думаю, да, вот так будет виднее, чтобы вы понимали. Просто грязная соль, представляете? И вот это они предлагают добавлять в еду. Я лично такое добавлять не буду. Вы решаете, конечно, сами.